сегодня по документам я, Николай Митрофанович, бородатый. Thank you.
смотрите. Сейчас смотрю на кабинет. Называйте кредит, но просто не берите, чтобы не сорвать на все. Вот за этот замуж, давай я не сказать, вот просто 30 тысяч рублей. Ну, это все за то, что ты забыл. И когда вообще советовали трудцы. Николай Николаевич, мне как-то вот, знаете, такой у вас забор, он все равно. Ну, это же смысл, так или иначе. Ну, поверьте мне, вот эту развалину ваш, хорошие деньги мы вам предлагаем. Какая же это развалина? Возьму из дома в одногодке, а я еще, знаете, Здравствуйте. А вы не знаете, где мой муж Федя? Это я. Не может быть. Мой муж Федя обещал мне больше никогда не пить без меня. Долг вернул. Понятное дело.
собачка у вас? У меня написано, что вы говорили, лучше знаю собачки. А собачки хотят смотреть на меня. Игорь Петрович, это вы тяпка? Это вы тяпка, Шарочка? Игорь Петрович, давайте говоримся так. Я вам даю сверху 20 тысяч рублей. Вот 20 тысяч рублей. И все. И по рукам. Ну, какое жилье, такое идти. А при чем же жилье? Я тут хозяин, тут было, знаете, какое будет здоровье. Птицы бегали, а дуру не пересчитали. Судя по всему, птичку же вы уже, наверное, продали. Нет, не продал. Я же говорю, во дворе очень знаю собачка. Вы отпустите ее уж. Спасибо.
директор инвестиционной компании, мы здесь скупаем дома, участки под строительство коттеджей.